У Гомеле открыли велосезон. 30-километровый велопробег стартовал на площади Ленина. Затем великая колонна отправилась до загородной Корчмы у Гомельский район. Подробности у репортажа Веры Котляр. Першиню подобный велопробег у Гомеля был организован у минулую осень. Тады он собрал каля 200 аматоров двухколого транспорта. Сёлета удельников стало у 4 раза более, а маль 800 велосипедистов с Гомеля и в области, и навод с Могилева и Бреста. Сярод их люди разных узростов и профессий. Жадание крутить педали объединило школьников и студентов, працовную молодь и пенсионеров. Каждый участник должен в этом году привлечь еще по 3 любителя велосипедного спорта, чтобы масштабное мероприятие доходило до 1500 любителей велоспорта и проведения веломарафона. А я сегодня вместе со своей дочерью, мы тоже до конца этот маршрут 30 километров проедем. Я думаю, будет все великолепно. Маршрут велопробегу прошел по центральных улицах. У сопровождения экипажу ДАИ колонна рухалася с комфортной худкостью. Как вытримать дистанцию, смогли и опытные велосипедисты, и звичайные аматоры. Это первый раз я выехал. Я знаю, что прошлый год все я завидовал на это дело. Вот, значит, ну, решил поехать. И хорошо себя чувствую. Так вот группой было легко ехать, приятно. Поэтому я всех приглашаю на следующее мероприятие. Тем более по патронажам ГАИ идет все культурно, молодежи много. Подобные велопробеги не только объединяют аматоров активного ладу життя, але и притягивают увагу до просьбы и потребов тех, кто обрал своим сродком перемещение велосипед. Вот уже даже этот велопробег собрал очень много руководителей. Руководителей предприятий, руководителей государственных органов власти. И на самом деле это будет способствовать даже элементарным моментам благоустройства и уделения внимания сегодня любителям велосипеда, велопарковки. Значит, велодорожки – это то, чего городу сегодня еще может быть не в полной мере достаточно. И здесь, конечно, вот такой массой мы показываем, что сегодня это нужно. И эти мероприятия, они будут только на пользу для того, чтобы продвигать, популяризировать и делать все для того, чтобы любителям велоспорта было удобно. Велопробег, до речи, стал корыстным и приемным для всех его удельников. Инспекторы ДАИ и правоохранники у этот день поставили на улик больше, как 100 велосипедов. Вера Котляр, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».